Всем привет! Но сегодня у меня ответственный день, мне нужно отправить меню на 5 человек. И для этого меня вызвали из Кёльна проехать 75 километров до города Ахен, чтобы отправить это меню. Значит, 5 гостей. Но это не сказать, что будет совсем просто, потому что, видите, здесь такие продукты, которые нужно действительно сразу брать и подавать. Но так как у меня кухни мобильно наверху нету, я буду частично подготовлять здесь кухню, а потом ехать наверх и оттуда уже отправлять. И опять же вопрос, приедут ли гости вовремя, потому что не приедут они вовремя, здесь нужно изловчиться и стараться так, чтобы не потеряло цвет и не перешло в ненужную температуру. Значит, у меня салат из диких трав, козий сыр с орегано в меде, обжаренный миндаль, авокадо и гранат. Это будет у меня закуска, то есть салат. Далее главное блюдо у меня идет ростбиф, запеченный целиком, с пюре из молодого горошка, спаржевый салат. Но здесь не сколько салат, сколько спаржа будет просто не крупно нарезана, она будет горячая. И соус бернес. Соус бернес – это ответвление от соуса холландез, от голландского соуса, который я буду взбивать непосредственно уже, когда гости прибудут. Здесь времени много мне не нужно, 5 минут и соус будет готов. Так, картофель штро. Ну, картофель штро – это типа картофельная соломка, но в данном случае будет не картофельная соломка, а будет картофельные чипсы с лиловой картошки. Далее будет треска с ризотто с добавлением цедры. Господи, как же лиметы по-русски. Короче, с лиметом. И обжаренная зеленая спаржа. Но треску получит только один человек. Ростбиф я уже загнал. Ну, я его загнал, у меня времени еще достаточно, поэтому я его буду довожу до внешней температуры 80 градусов, а внутренней у меня вот на данный момент 41. На 54 я сделаю остановку, он у меня уже будет как таковой готов. Далее, когда гости уже будут на месте, я просто его еще раз на сковороде сильно обжарю и все. Козий сыр у меня подготовлен, уже нарезан. Это заправка, которая пойдет сверху и которая будет потом гратинироваться. Это ризотто, оно еще сырое, нужно его будет довести до ума. Это спаржа, которую я буду жарить. Это тот спаржевый салат, о котором я говорю. Это я буду разогревать все в сувиде. Треска, она у меня мариновалась в соляном растворе на 1 литр воды 40 грамм соли. Полчаса мариновал, далее вынимается. Сверху я рыбу хорошо промазал оливковым маслом и завернул ее в пекарскую бумагу, потому что иначе она может прилипнуть. И 20 минут я буду доводить ее до готовности. После этого она уже будет, через 20 минут она будет уже готова. Ну, сувидница у меня вот такая вот. Она, в принципе, она вообще большая, но я при помощи вот этого гастроемкости, 20-ка, она как раз подходит. Сокращу себе мои размеры, потому что место тоже играет большую роль. Я еще не знаю, как там будет наверху, будет место или не будет, поэтому сразу лучше взять поменьше посуду. Далее я возьму прибор нагревательный, который держит температуру, называется он Altosham. Здесь я уже себе подготовил тарелки, которые должны быть горячие, соусницы, соус, масло для голландского соуса, точнее для бернеса, бульон, который стоит у меня в тепле для ризотто. Ну и гастроемкости с крышечками, которые мне, возможно, могут понадобиться. Начну уже потихонечку подготовку, потому что потом времени не останутся. Гости могут приехать в любой момент, и я должен быть готов. Иначе мне обжарить все это не будет времени. Не в смысле обжарить, а спаржу пожарить, ростбиф довести до ума, ризотто довести до ума. Потому что как таковой кухни у меня там и не будет. Ну будет, пару приборов будет, конечно, не без этого. Просто я один. И в этом есть свои сложности. Нужно все предельно аккуратненько, чтобы мне не сжечь. По бокам немного придам румяности тоже. Так, на этом этапе все. Давайте я вам немного покажу мизанплас, который я соорудил. Это, казалось бы, 5 человек, но сейчас вы увидите своими собственными глазами, сколько это барахла, когда дело происходит не в кухне. То есть кухня у меня мобильная. Значит, здесь я буду отдавать салаты. Это у меня дрессинг, гранатовые зерна. Так, не забыть меня обжаренный миндаль, чтобы я его потом не искал. Соль, перец. Так, далее сковородки 2 штуки. Одна идет на ризотто, его еще нужно будет приготовить, и одна идет для спаржи. Спаржа у меня обжаренная. Это все
одно блюдо, которое я не могу сделать заранее, потому что спаржа у меня тогда сдохнет. Растительное масло на всякий случай, сыр пармезан, теплый бульон. Так, сейчас я подготовлю еще к салату, уже можно мариновать, в принципе. Гости будут, ну, максимально на полчаса максимум. То есть это время я могу включить и замариновать уже авокадо. Так, для бернеса у меня тоже все готово. К сожалению, не привезли, ни один лиферант не привез нам свежего тархуна, поэтому буду работать с сушеным. Кислая среда, кислая субстанция. Есть у меня на канале, как я готовил соус холландес или голландский соус. В нем это присутствует. Соль на всякий случай, хотя я уже масло подготовил именно с солью. Яичный желток. Ну, чтобы рука не сильно работала, я все это прекрасно сделаю ручным миксером. Водяная баня. Немного воды налито туда, чтобы она не прикасалась с миской. Венчик на всякий случай. Парочку чистых ложек. На всякий случай еще лиметов. Чистая сковорода. Здесь у меня уже греется при температуре 56 градусов в сувиде. Греется рыба, греется спаржа и греется пюре из зеленого горошка. Этой температуры будет достаточно. Так, ну здесь у меня все просто. Ножи, небольшой инвентарь, горелка, перчатки текстильные, перчатки обыкновенные резиновые. Хлеб я уже приготовил, он уже готов. Ну и здесь вилки, тарелки. Все, что горячая посуда. Ну, здесь тоже парочку тарелок. Ну, это уже здесь стояло, я просто не знал. Ну, очень важно не забыть. So, ich bin ganz Ohr. Zehn, kein Problem. Ich schon alles aufgebaut und ich kann jederzeit starten. Ich muss ja gut aussehen, anders geht nicht, sonst würde mich nicht buchen. Ja, alles steht. Alles gleich, weiß Bescheid. Danke. Ну вот, партия моя передвигается еще на целых 40 минут, поэтому я даже сейчас отключу, потому что слишком долго не могу я столько греть. Ну, так бывает, как я и сказал, иначе у меня спаржа потом будет не зеленая, а серая. Я хотел ее, конечно, в кухне приготовить уже, но как почувствовал, что, как обычно это бывает, что-то пойдет не так. Ну, вот тебе, пожалуйста, результат. Ну, теперь я хоть знаю, когда я могу мариновать авокадо. Сейчас я отойду в сторону, чтобы вы посмотрели объем. Да, что я хотел сказать. Самое главное, тоже нужно не забыть для себя воду, потому что здесь довольно жарко, чтобы не помереть от жажды. Все, тогда ждем гостей. К сожалению, сама подача у меня не получилась, чтобы ее заснять, так как камера отключилась, и я не мог этого просто видеть и контролировать. Значит, что сделал я? Я обжарил спаржу, я приготовил ризотто и убрал все это в горячем виде в альташам. Далее я вскипятил демиглас, обжарил мясо и взбил соус бернес. Ну и сделал подачу. Происходило все это очень быстро, так как у гостей всего было 50 минут на трапезу. Ну, почти такие же тарелки я сделал для персонала, которые вы можете посмотреть, как я это делал. Спасибо за вас. Друг сюда фальшен кнопф, да, не со свобой. Да, я компасин, мой год. Да, сися, если ся не жут, хагиш. Вольте я сма, ви хайса, вольте я сма, дес фошпайзе, зоч фошпайзе махан. Мы сигин кейс. Я пи алис, да. Ist du denn mit uns? Nein. К сожалению, видео я не записал, не получилось у меня, но я сейчас сделаю по-другому. Я сейчас буду делать девчонок, чтобы вы примерно видели, как это все происходило. Ну, вам не обязательно было весь тот стресс видеть, который я тут организовал. Да нет, стресса не было. Просто немножко неудобно, даже хотя и 5 человек, все равно подготовить это... Но, как говорится, я же не осьминог. Примерно как выглядели тарелочки, я вам покажу. Ну, конечно, у них этот сыр был целиком, поэтому я им сделал по половинке, потому что у меня больше нету. И немножко мандельн. Ну, вот так вот выглядят тарелки. Все. So, Mädels, ich könnt. So. Ich habe nur Löffel.
еще один человек присоединился, еще один руководитель. Ну, я им всем, всех накормлю. Und ich bin älter als du und ich sehe 10 Jahre jünger als ihr. Тут остатки сладкие, кому как попадет. Hört auf. Sauce немного. Так, ну, голландского соя я сделал тык впритык, то есть я сделал его нормально, но для гостей это хватило, потому что я им отдельно подал его еще, а для них будут поскребыши. Вот так примерно тарелка выглядела. Ну, немножко поаккуратнее выглядела, но тем не менее. На этом все. Уж не обессудьте, так получилось. So, ihr Lieben, ihr dürftet. Jetzt könnt ihr hier essen, wenn ihr wollt. Warm. Oder möchtest du später noch Salat ohne nix? Soll ich dir Salat ein bisschen ohne nix machen? Ich habe ja nur drei, mehr habe ich nicht. Das sind die Reste. Oder gefallen dir nicht die Reste? Doch, das sind super. Oder wollte noch jemand Risotto essen? Ich habe Risotto noch da. Zusätzlich. Wollt ihr einen Klecks haben? Oder die geht in die Tonne? Ich kann die nicht aufbewahren. Ja, dann. Ja, bitte, bitte. Das war's. Репортаж заканчиваю. Все, выключаю. So lecker. Das war super. Danke, sehr Mädels. Lecker. Ich freue mich sehr wahnsinnig. Ja. Bis zum nächsten Mal. So.